И снова здравствуйте. Здорово, женатики. Здравствуйте и те, кто еще не определился со своей второй половиной. Всем холостякам я желаю такой жены, о которой идет речь в стихотворении, которое я сегодня исполню. Заболоцкий Николай Алексеевич. Откинув со лба шевелюру, он хмуро сидит у окна, в зеленую рюмку микстуру ему наливает жена. Как робко, как пристально нежно болезненный светится взгляд, как эти кудряшки потешно на тощей головке висят. С утра он все пишет да пишет, в неведомый труд погружен. Она еле ходит, чуть дышит, лишь только бы здравствовал он. А скрипнет под ней половица, он брови взметнет, и тотчас готова она провалиться от взгляда пронзительных глаз. Так кто же ты, гений вселенной? Подумай, ни Гёте, ни Дант не знали любви столь смиренной, столь трепетной веры в талант. О чем ты скребешь на бумаге? Зачем ты так вечно сердит? Что ищешь, копаясь во мраке своих неудач и обид? Но коль ты хлопочешь на деле о благе, о счастье людей, как мог ты не видеть доселе сокровища жизни своей? Всем спасибо.